Привет, это снова я, узнали? А вот вряд ли, потому что у меня всратые волосы. И я снимаю на мобильный телефон, и все трясется. Я попытаюсь как-то его... Так? Может быть, так. Нельзя просто так взять и удачно покраситься. Я расскажу очень подробно об этом, когда я закончу вот с этим вот всем, и получится что-то более-менее невсратое. Коротко. Я купила новую финскую краску, супернатуральную, суперклассную. Она действительно очень хорошая. Она потрясающе не имеет запаха. Она очень хорошо ухаживает за волосами. Она классная, в общем, классная, хорошая финская краска. Единственный минус, она сделала мои волосы черными. Я купила цвет, который называется медный блонд. Медный блонд сделал мне волосы черными, отвратительно черными с медным отливом. Это был пипец. И я психанула и пошла в профмагазин и купила смывку для волос Estelle. Смывка для волос Estelle – это хорошо, потому что, ну, как бы вот я смыла весь цвет, и я более-менее даже не зеленая. Так мне ходить в ближайшие сутки, потому что красить волосы сразу мне не рекомендовали. Купила нормальную человеческую краску. Но от волос воняет... Мое любимое сравнение – это навозная куча, которая обосралась, но это навозная куча, которая очень давно умерла, а потом обосралась. В общем, от меня пахнет так, как будто я уже умерла и разложилась, но все еще продолжаю как-то находиться в обществе. Чтобы никто не запалил меня, я поливаюсь еще сверху какими-то дешевыми духами или освежителем воздуха для туалета. Вонища, пипец, воняет какими-то тухлыми яйцами, какой-то помойкой, жесть. Я не знаю, как я вообще нахожусь дома, у меня ребенок спал со мной в одной комнате, я думала, что, честно говоря, мы все не проснемся от этой вонищи. Я мыла голову, я делала маски, я купила маску, этот Bon Acure, по-моему, да, называется, которая профессиональная. Я сделала ее 3 раза, и все равно воняет. Я набрызгала волосы лашем, все равно воняет. Воняет безбожно, просто вонище. Но цвет ничего, я даже накрасилась, как будто я моложе, чем я есть лет на 10. Типа вот у меня тут румяна, и, в общем, я потом вам это все тоже расскажу. Я вернусь. Очень печальная новость. Мой планшет умер. Мне позвонили из лечебницы, где лечат планшеты, и сказали, что ничего не вернуть. Я могу забрать его тело хоть сейчас и похоронить его у себя на заднем дворе. Потому что у меня был Sony Xperia, и таких планшетов больше не выпускают. Ему уже было 6 лет, он был такой достаточно старенький, и нигде не найти запчасти. Так что я пока без планшета. Наверное, я возьму какой-нибудь, я не знаю, рассрочку или кредит, или что-нибудь еще. И куплю, потому что, ну, у меня сломанный телефон, у меня сломанный планшет, у меня сломана жизнь, мать твою, с этими волосами. И у меня очень много новостей. Я сходила в выходные в галерею в Литуаль, у меня очень много новостей по этому поводу, хочу поделиться. У меня новая коллекция из Литуаль, Dark Wonder лежит. Dark Wonder, я как из Рамштайна чувак, да, говорю. У меня новый цвет волос будет вот... Наверное, через несколько часов, если он будет не зеленый, то я появлюсь и расскажу. У меня куча пустых банок. У меня куча пустых банок с едой. У меня какие-то еще тут шебуршушки. В общем, столько всего. Осталось покрасить волосы, осталось как-то наладить свет и отношения со своим телефоном или планшетом, который я куплю. И вот, да, так что завтра, я надеюсь, все-таки выйдет какой-то видос уже более-менее вразумительный, хоть о чем-нибудь. Вот такие у меня новости. Все, пойду куда-нибудь схожу. На работу, наверное. Заработаю деньжищ для того, чтобы купить себе хорошую технику и больше не снимать на какую-то парашу, потому что у меня есть... какие-то вещи красивущие, которые я хотела бы показать в хорошем качестве. Не забудьте на меня подписаться. Хочу до Нового года получить 1000 подписчиков и разыграть тот самый подарок, который я разыгрываю каждые 500 подписчиков. И это совпадет с Новым годом, и это будет здорово, миленько и трогательно. Всем пока!